В регионе продолжают использовать сельскохозяйственные площади не по назначению. С начала года Орловский Россельхознадзор провел более 370 контрольно-надзорных мероприятий. Итоги их неутешительны. Инспекторы ведомства составили 225 административных протоколов. Проверяющие обследовали 27 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Нарушения зафиксированы почти на половине площадей. Виновные лица привлечены к административной ответственности на общую сумму 5 миллионов 911 тысяч рублей. Составлено было всего 225 административных протоколов, выдано 38 предписаний. Львиная доля нарушений связана с тем, что земля просто заросла сорняками и кустами. В адрес собственников и арендаторов таких участков составлено 276 протоколов. Площадь земель, не используемых по назначению, составила более 11 тысяч гектаров. Кроме этого, по предписаниям управления Россельхознадзора введено в сельскохозяйственный оборот порядка 4800 гектаров земель. В течение 2020 года управлением было выявлено 5 несанкционированных карьеров, а также 7 фактов захламления земель сельхозназначения на территории Орловской области. На настоящий момент устранено 2 свалки ТКО на площади 47,1 гектар. В настоящий момент управлением проводится работа по привлечению виновных лиц к административной ответственности, а также будут приняты все необходимые меры по возмещению вреда, причиненного почвам, путем подачи соответствующих исковых заявлений в судебные органы. Сейчас, согласно действующему законодательству, в случае нанесения вреда земельным ресурсам, виновным необходимо провести рекультивацию земель и, помимо этого, улучшить условия окружающей среды в соответствии с интересами общества.